Всем привет! Пару слов о радио Ryobi в сравнении с радио Bosch. Как я говорил, прием у этого радио, я считаю, не очень хороший. Давайте посмотрим. Ну а теперь на том же месте та же волна. Как видим, Bosch даже у нас стерео поймал. Ну, здесь разница не очень существенная. Давайте посмотрим в каком-нибудь углу, в котором прием не такой хороший. Ну, теперь здесь же Ryobi. Ну, я могу переставить. Здесь не какое-то волшебное место. Даже здесь, наверное, похуже чуть-чуть. Давайте попробуем в этом же месте больше посмотреть. То есть тоже у нас не идеально, но хоть что-то слышно. Плюс по антенне здесь, конечно, больше вариантов найти что-то оптимальное, и сама антенна побольше. Что касается громкости, хоть и у Bosch 20 ступеней, у Ryobi всего 16, Ryobi у нас громче где-то на 5 дБ. Ну, здесь преимущество какое есть? У нас есть, помимо линейного входа, в обоих радио присутствует линейный вход, у этого радио есть возможность работать с Bluetooth, то есть как Bluetooth-колонка. Вот. Единственное, что выручает в плохом приеме. Ну, по стоимости они приблизительно одинаковые, Bosch, по-моему, чуть дороже. Ну, вот, конечно, вот это брать, ну, крайне странно за ее цену. Bosch, конечно, тоже дорогой, вот, но, по крайней мере, качество приема и есть возможность, у Bosch преимущество есть адаптер. Мы можем работать также и через сеть, а не только от аккумулятора. Но когда мы начинаем работать через сеть, у нас дополнительно блок питания дает на него наводку, с которой он не справляется. Вот, в принципе, у меня есть фонарь, в котором тоже блок питания применен, преобразователь. Они оба на него реагируют не лучшим образом. То же самое, давайте посмотрим Ryobi. Здесь даже без фонаря проблема нет. Фонарем раньше всего. Вот. Сейчас вообще не получится найти какое-то нормальное место. Когда он стоит, через какое-то время начинает работать. Ну и Bosch сам здесь скажет. Как видите, разница на лице или на основе. Ну, оба радио я считаю дорогими, конечно. Есть более дешевые варианты на Алиэкспрессе или там есть через телефон слушать Bluetooth колонки. В
пределах 1000-2000, не то что здесь от 5000. Но вот если из этих двух, ну, Porsche, он, по крайней мере, работает. А это можно использовать так, как, ну, фактически, Bluetooth-колонку. Брал я его по акции в Пасторами за какие-то небольшие деньги. Решил попробовать. Ну, впечатление двоякое. С учетом, конечно, его цены, то, что он достался совсем за скромные деньги, я не жалею о покупке. Ну, а радио больше у меня уже давно, вот, постоянно дома используется. Только положительные эмоции. Ну, с проводом приходится, когда он работает от сети, чуть повозиться, чтобы он не давал наводку. Ну, либо ставить аккумулятор, тогда никаких проблем. На этом все. Всего доброго.